Поистине вся хвала принадлежит Аллаху. К Нему мы взываем, просим у Него помощи и прощения. К Нему мы прибегаем от зла наших душ и пагубности наших дел. Того, кого Аллах наставит, никто не собьет. А тому, кого Он сбил с прямого пути, не будет наставника. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварища, и который превыше того, чтобы иметь равного, похожего и подобного себе. Также свидетельствую о том, что Мухаммад его раб и посланник, его избранник и любимец. Да благословит его Аллах и приветствует. А также его пречистых домочадцев и благородных и достойных сподвижников. Да пребудет благословение над ним, пока видят глаза и уши внимают наставления. И да приветствует он их всех многократно. А затем, уважаемые братья, к одним из наилучших рассказов, упомянутых сподвижниками, да будет доволен ими всеми Аллах, относится рассказ о нашем господине, посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которого Аллах описал в своей книге, сказав: «Поистине, ты великого нрава». Описывая его мягкость, Аллах, субханаху ва та'аля, сказал: «К верующим он сострадателен и милосерден». Аллах предписал ему быть мягким и добрым по отношению к людям. И одним из наилучших рассказов, переданных нам от сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах, о пророке, да благословит его Аллах и приветствует, является рассказ, который передает Анас, да будет доволен им Аллах. В Медине жила одна рабыня по имени Барира. У нее был муж по имени Мугыс, и у них были общие дети. Эта рабыня делала все, чтобы ее хозяин отпустил ее на волю, но он отказывался. Тогда она заключила со своим хозяином договор «Аль-Мукатаба», то есть если она выплатит ему определенное количество денег, он отпустит ее на свободу. Он согласился отпустить ее, когда она выплатит ему 9 укий какого-то имущества. Она отправилась к Аише, да будет доволен ею Аллах, и попросила у нее о помощи в этом имуществе. Аиша дала ей это имущество, и Барира получила свободу. Когда рабыня бывает замужем за рабом, шариат предоставляет ей право выбора после получения свободы, остаться ли ей со своим мужем или получить от него развод. Она выбрала развод со своим мужем Мугисом. Он очень сильно любил ее. И его сердце было готово разорваться от разлуки с ней. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, рассказывал: «Клянусь Аллахом, я видел, что Барира шла по дороге, а Мугис шел позади нее. И слезы лились по его щекам. Так сильно он желал, чтобы она вернулась к нему. Он хотел, чтобы она снова стала его женой, а она не обращала внимания на него. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел ее и шедшего за ней Мугиса. Потом сказал Аббасу ибн Абдуль-Мутталибу: «О Аббас, ты не удивлен сильной любовью Мугиса к Барире и ее сильной неприязни к нему?» Мугис подошел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, замолви за меня слово Барири, чтобы она вернулась ко мне, то есть, чтобы она опять стала моей женой». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подошел к Барири и сказал: «Барира, может, ты вернешься к Мугису? Ведь он праведный мужчина, и у вас есть общие дети. У них дети, и он праведный человек». Барира ответила: «О посланник Аллаха, ты приказываешь мне это? Или просто ходатайствуешь?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет, я всего лишь ходатайствую». Она сказала: «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, он мне не нужен». Она ушла, и пророк не принуждал ее ни к чему. Когда наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, общался с людьми, он, саллиллаху алейхи вассалям, обходился с ними с высшей степенью доброты и скромности. И он не был груб ни с кем из них. Ни один из правителей не стал бы ходатайствовать за юношу перед простой девушкой. И тем более, она не приняла его ходатайство. Наоборот, если бы он и сделал это, а потом она ему отказала, он настоял бы на своем или наказал бы ее, чтобы проучить и чтобы другим было неповадно поступать таким образом. Аллах Всевышний сам воспитал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сделал это наилучшим образом. Пророк велел быть скромным в общении с людьми и сам поступал таким образом. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и этот случай произошел в день взятия Мекки. К нему подошел мужчина и задрожал, испытывая почтительный страх. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не бойся, ведь я всего лишь сын женщины, которая ела сушеное мясо в Мекке.
То есть она питалась так, как питались люди. Она ела обычное сушеное мясо по причине крайней бедности и нужды. Я не потомок великих богачей и не потомок царей. Я не из такого рода, чтобы ты меня боялся. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не был высокомерен в общении с людьми. Наоборот, он запрещал это, говоря: «В судный день высокомерные люди будут воскрешены в образе муравьев, на которых будут наступать люди». Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Не войдет в рай тот, в сердце которого будет высокомерие весом хотя бы с пылинку». О мусульмане! В исламской религии Всевышний Аллах установил законы, правила поведения и обряды поклонения, которые воспитывают души, делают их более скромными и уничтожают остатки высокомерия, если оно присутствует в душе. Аллах предписал людям совершать намаз джамаатом. К тому же шариат не выделяет отдельные мечети для богатых, а отдельные для бедных. Не определяет в намазе специальные ряды для богатых или одну сторону для богатых, а другую для бедных. Нет, богач встает в один ряд с бедняком, и Всевышний, подтверждая это, говорит: «Поистине, самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный». Во время совершения хаджа наша религия не определяет отдельную одежду для богатых, не определяет им отдельное время для совершения тавафа, а также не определяет им отдельное место при стоянии на Арафате, при ночевке в долине Муздалифа, и не избавляет их от бросания камешков. Нет, наоборот, Аллах сделал одежду одинаковой для всех, тальбию одной для всех, так же, как у нас один Господь, одна Кааба, чтобы люди были как родные братья. Это все сделано для того, чтобы уничтожить в сердцах высокомерие и вражду, которые, может быть, затаились в них. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, считал, что все виды высокомерия, оставшиеся в сердцах людей, относятся к джахилии, которые следует уничтожить и покончить с ними. Однажды двое сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поспорили между собой. Один из них был из числа знати и из числа уважаемых арабских племен, а другой был рабом, обретшим свободу. По своему общественному положению они не были равны. Однако ислам объединил их положение и сделал так, что различие между ними определялось уровнем богобоязненности их сердец. Когда они разошлись во мнении и стали спорить и ругаться, между ними случилось то, что случается между людьми при ссоре. Ведь сподвижники, да будет доволен ими Аллах, тоже были людьми. Аллах избрал их в качестве сподвижников для нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но они не были ангелами в человеческом обличии. Они были обычными людьми, и между ними случалось то, что случается со всеми людьми. И вот когда они стали спорить, один из них сказал другому: «О сын черной женщины!» Он решил упрекнуть его тем, что его мать была негритянкой. Он не упрекал его за какой-либо совершенный им поступок. Он не сказал ему: «О вор», что было бы упреком за то, что он своровал. Он не сказал ему: «О лжец», что было бы ему упреком за его ложь. Поистине, Всевышний Аллах избирает человеку национальность, цвет кожи или рост. Он сказал ему: «О сын чернокожий». Тот сподвижник разозлился, ведь эти слова он слышал во время джахилии. Так почему же теперь он слышит их в исламе? Он отправился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, я поругался с таким-то, и он сказал мне: „О сын чернокожий“». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, очень разгневался. Быть может, если бы он сказал: „О вор, о лжец“, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не отреагировал бы таким образом. Что подтолкнуло вас использовать дурные нравы до исламского невежества? Что вернуло их нам, хотя каждый день мы пытаемся покончить с ними? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, позвал того сподвижника и сказал: „Ты укоряешь его его матерью“? Он замолчал из страха перед пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк снова повторил: «Ты укоряешь его его матерью?» Потом он ответил: «О посланник Аллаха, когда кто-то ругается с кем-то, он поносит его мать и отца. Это естественно, о посланник Аллаха, когда двое мужчин ругаются и злятся, один из них может ругать родителей другого. Кто-то ругается с кем-то, он припоминает его мать или отца». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ты человек, в котором есть доисламское невежество». У того сподвижника уже посидели волосы на голове и на бороде. И эти слова проникли ему прямо в сердце. «Во мне есть джахилия?» Он спросил: «О посланник Аллаха, во мне есть эти качества, несмотря на мой преклонный возраст? Даже после того, как я посидел, во мне остались такие качества?» Пророк ответил: «Да».
Тогда этот человек заплакал и ушел. Он не стал превозноситься над наставлением пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он узнал, что остатки доисламского невежества заключаются в высокомерии, упрямстве, презрении к другому человеку из-за его богатства, цвета кожи, национальности, рода и сословия. Все это – пережитки джахилии, которые зарыты под ногами. Второй сподвижник пошел домой к первому, к Белялю, да будет доволен им Аллах. Когда он зашел к нему, он принялся извиняться и плакать, сел на землю. Потом он положил свою щеку на землю и сказал: «Наступи мне на лицо своей ногой. Сделай это для того, чтобы эта вещь из пережитков невежества вышла из меня прямо сейчас». Сам пророк запрещал нам презирать своего брата-мусульманина и относиться к нему свысока, говоря: «Не зайдет в рай тот, сердце которого будет высокомерие, весом хотя бы с пылинку». Также он говорил: «Того, кто будет скромен ради Аллаха, он превознесет среди людей». Когда человек будет скромно вести себя с людьми, будет вежливо общаться как с богатым, так и с бедным, будет прислушиваться к бедному так же, как он прислушивается к богатому, будет веселиться и шутить с бедным так же, как и с богатым, будет молиться как с бедняком, так и с богатым, будет приглашать бедняков на трапезу так же, как и богатых, когда он будет пожимать руку бедняку, желая крепкой братской связи, так же, как пожимает руку богатому, когда человек будет стараться поступать таким образом, и Аллах увидит в его сердце скромность, преклонение перед Аллахом, свят он и велик, когда он будет понимать, что мирская жизнь, наступившая утром, к вечеру уже может быть закончится, когда Аллах увидит, что сердце покинуло высокомерие, злость, самообольщение, завышенная самооценка, тогда Аллах возвысит этого человека перед людьми. Поэтому наши праведные предшественники предостерегали нас от высокомерия. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывал: «Однажды один человек из тех, кто жил до вас, шел надменно, волоча свою одежду по земле». То есть он надел очень дорогую, красивую и хорошо сшитую накидку и высокомерно волочил ее перед людьми, будучи самообольщенным и надменным. Человек шел таким образом, будучи довольным своей одеждой, своим видом. В его взглядах на людей проглядывалось высокомерие, и в его общении с людьми вперед выступало высокомерие. Его сердце было переполнено высокомерием. Однажды один человек из тех, кто жил до вас, шел надменно, волоча свою одежду по земле, как вдруг земля провалилась под его ногами, и он будет погружаться в нее до самого судного дня. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не сказал об этом человеке, что он склонился в земном поклоне перед идолом, и Аллах провалил под ним землю. Он не сказал, что этот человек проявил насилие к мусульманке, или что он совершил что-то другое. Нет, просто в его сердце проникло самообольщение и презрение к другим. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: человеку достаточно будет греха, если он станет презирать своего брата-мусульманина, когда он будет всего лишь чувствовать незначительное презрение. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сидел в одном месте, а мимо проходил один человек из знатных, родовитых людей, имеющих высокое положение людей. Тогда пророк, обратившись к сидевшему с ним мужчине, сказал: «Что ты скажешь об этом?» Он посмотрел на того мужчину и увидел, что он обладает богатством, положением, обладает хорошей родословной, и сказал: «Этот, о посланник Аллаха, достоин того, чтобы отдать за него свою дочь, если он посватается, и того, чтобы принять его ходатайство, если он будет ходатайствовать». У него высокое положение. Критерии у людей определяются внешними признаками, а этот человек – один из почетных людей. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, замолчал. Потом мимо них прошел другой мужчина, и пророк снова у него спросил: «А что ты скажешь об этом человеке?» Он посмотрел на него и увидел, что у него вид бедного человека. Наверное, у него есть какая-то нужда, и скорее всего, если бы пророк не спросил у него об этом мужчине, он на него и не обратил бы внимания. Собеседник пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Этот, о посланник Аллаха, недостоин того, чтобы отдать за него свою дочь, если он посватается к ней, и того, чтобы к нему прислушиваться, если он будет ходатайствовать. Если он постучится в дверь любого дома, чтобы посвататься, никто не обратит на него внимания, они будут презирать его. Если он заступится за кого-либо или станет посредником в чем-то, никто не придаст его словам никакого значения, потому что его презирают». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, которому Аллах открыл из откровений то, что не открывал никому другому, сказал: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа, этот второй лучше, чем целая земля, заполненная теми». Случается так, что ты презираешь какого-нибудь слабого, бедного человека. Недавно я находился на одном мероприятии,
И среди присутствовавших был один человек, который высокомерно относился к другим из-за своего богатства. Этот человек обладал большим имуществом, занимал высокое положение, и он рассказывал случай, произошедший с ним по дороге. Он рассказывал: «Я проезжал мимо одного, и он говорил об одном из чернорабочих. Он протянул мне руку для рукопожатия. А я сначала колебался, а потом все-таки пожал ему руку. Потом он добавил: «Хотя я не протягиваю своей руки, кому попало. Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Клянусь Аллахом, я слышал именно эти слова: «Хотя я не протягиваю своей руки, кому попало». Тогда я вспомнил слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине человек может произнести всего лишь одно слово из того, что разгневает Аллаха, не придав этому никакого значения, и Аллах запишет ему свой гнев до дня встречи с ним». В другой версии передается, что он сказал: «Поистине человек может произнести всего лишь одно слово из того, что разгневает Аллаха, не подумав о его смысле, то есть не зная о его опасности. И из-за этого он свалится в ад на расстоянии от востока до запада. Ты не протягиваешь свои руки, кому попало, тогда как самое лучшее творение, да благословит его Аллах и приветствует, останавливала по дороге слабая рабыня и говорила: «О посланник Аллаха, у меня к тебе просьба». А он отвечал ей: «Вот моя рука в твоей руке, веди меня за нее по любой дороге Медины, по которой ты только пожелаешь». Он шел с ней, чтобы заступиться за нее перед ее несправедливым хозяином, или чтобы попросить для нее денег. Несмотря на это, от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, исходил самый лучший запах. У него было самое прекрасное лицо, и он больше всех помогал людям. «Красивее тебя не видел глаз, лучшего не рождала ни одна из женщин. Ты создан пречистым от дурного всего, как будто ты создан по своему велению». Пророк был таким, и несмотря на это, он вел себя крайне скромно. Опасайся того, что Аллах посмотрит на твое сердце и увидит в нем высокомерие или самодовольство. Человеку достаточно будет греха, если он станет презирать своего брата-мусульманина. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он принес нам пользу от услышанного и защитил нас от высокомерия и обольщения, чтобы он сделал нас скромными и преклоняющимися перед ним. Скажите то, что слышите. Я прошу великого Аллаха простить меня и вас за все грехи. Просите его о прощении и кайтесь перед ним, ведь поистине он прощающий, милосердный. Хвала Аллаху за его блага и благодарность ему за наставление и милость. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха Единого, у которого нет сотоварища, возвеличивая его положение. И свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, призывал к его довольству, да благословит его Аллах и приветствует его семью, его братьев и любимых ему людей, и всех тех, кто идет по его пути, следует по его следам и придерживается его сунны вплоть до судного дня. О мусульмане! Скромность не в том, чтобы человек плохо одевался, носил старую рваную обувь, и в других подобных вещах. Это качество относится не к внешним признакам человека. Скромность проявляется в общении с людьми, в выслушивании их слов, внимании им, в твоем нраве, который ты практикуешь с ними. Именно в этом проявляется скромность. Поэтому, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, увещевал нас не проявлять высокомерие, некоторые сподвижники поняли так, что высокомерие начинается с того, что человек надевает красивую и дорогую одежду. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В рай не зайдет тот, в сердце которого будет высокомерие, весом хотя бы с пылинку», сахабы сказали: «О посланник Аллаха, кто-то из нас может любить то, чтобы его одежда и обувь была красивой. Мы любим надевать красивую одежду и обувь. Это тоже является высокомерием?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Нет, поистине Аллах красив и любит красоту. Украшайтесь, надевайте хорошую одежду. Нет в этом упрека, ведь Аллах красив и Он любит красоту». Высокомерие – это не принятие истины и презрение к людям. Это когда человек превозносится над услышанной им истиной, не следует ей. Это презрение и неприязнь к людям. Я прошу Аллаха, Свят Он и Велик, привести нас к наилучшим делам и наилучшим словам и благонравию. Ведь не приводит к наилучшему из них никто, кроме Него. И отдали нас, о Аллах, от наихудшего из этого. Ведь не отдаляет от худшего из этого никто, кроме Тебя. О Господь миров! О Аллах, мы просим у Тебя всякого блага, скорого и отсроченного, из того, что мы знаем, и того, что нам неизвестно. И прибегаем к Тебе, Господь наш, от всего зла, как скорого, так и отсроченного, из того, что мы знаем, и того, что нам неизвестно. О Аллах, прости нам и нашим отцам и матерям. Тому, кто жив из них, даруй возможность насладиться подчинением Тебе и
здоровьем, и даруй им благую кончину. Тем же из них, кто мертв, расширь могилу, и увеличь ему благие дела. Прости их за совершенные ими дела, и собери нас всех в Твоих райских садах, о Господь всех миров. О Аллах, мы просим Тебя даровать величие исламу и мусульманам. О Аллах, даруй величие исламу и мусульманам везде. О Аллах, сохрани жизнь наших братьев повсюду на земле. О Аллах, сохрани жизнь наших братьев по всей земле. О Аллах, сохрани жизнь наших братьев по всей земле. О Аллах, даруй могущество мусульманам по всей земле. О Господь миров, о живой, о поддерживающий жизнь. О Аллах, даруй безопасность мусульманам в их странах. О Аллах, даруй им безопасность в их землях. О Аллах, поставь над ними лучших из них и отдали от них худших из них. О Господь всех миров. О Аллах, мы просим Тебя, о обладатель величия и почета, даровать исламской умме свою милость в том, чтобы она объединилась на едином слове, на свидетельстве, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад – посланник Аллаха. О Господь миров! Твой Господь, Господь могущества, причист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров!